В рамках еженедельного планерного совещания в администрации Северского района состоялось заседание комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций. Прошло оно под председательством исполняющего обязанности главы муниципалитета Дмитрия Малова. Обсудили меры по обеспечению пожарной безопасности в период отопительного сезона. Основным местом возникновения пожаров был и остается жилой сектор. Основными причинами являются неосторожное обращение с огнем, неисправность электропроводки, электрооборудования, неисправность отопительных приборов. Кроме того, с наступлением снижения суточных температур воздуха владельцы начинают отапливать свое жилье с использованием газовых котлов, печей на твердом топливе, используют неисправные, а также самодельные электронагревательные приборы, забывая об элементарных правилах пожарной безопасности. Главам поселений рекомендовали усилить работу по посещению незащищенных категорий граждан, находящихся в социально опасном положении. Помимо разъяснительной работы, в таких домах продолжают установку автономных пожарных извещателей. Подобная работа проводится совместно с представителями Пожнадзора. Кроме того, на совещании обсудили подготовку объектов жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы к осенне-зимнему периоду 2024-2025 годов и текущие вопросы в сельских и городских поселениях муниципального образования.